такое счастье. Просто сердцем чувствуйте его. Это лист осенний желто-красный, зимний вечер, летнее тепло. Это голуби целуются на крыше, зайчик солнечный танцует на стекле. Это в лужах радужные блики и цветов букетик на столе. Не гадайте, счастье оно рядом. Это чай из чашки на двоих. Это отражаться в твоем взгляде и писать, писать тебе стихи. За окном снежинки в полудреме, словно бабочки кружат у фонарей. Счастье — это то, что в каждом доме капелька тепла двоих людей.
ее образом, который говорит о первых признаках приближения чего-то радостного и перемены к лучшему. Угадайте, пожалуйста, из какого кинофильма эти крылатые фразы? Больше не буду. Честная пионерская. Чему вас только в школе учат? На этой улице подростком гонял по крышам голубей. И здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. А еще другом называется. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Встречайте, Бекер Вера Адамовна и Петина Татьяна Анатольевна с песней из кинофильма «Весна на Заречной улице». Ты принадлежу вам.
Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два. И всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря обретят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Встречайте. Следующий номер. И артистов молодых Ирина и Мельников Николай Геннадьевич с песней «Долго-долго». Я в роли.
Уже не первый раз на нашей сцене выступает дуэт Осколкова Ирина Борисовна и Трофимов Леонид Эдуардович. И сегодня они вновь радуют нас своим творчеством. Аплодисменты! Солнце ясное, но прощай, но пиши, вспомни.
его ангела. Сон не подзабудь, что кружили голову. С Богом дай путь и любовью поровну. Одному тебе тихонько прошепчу сейчас слова. Я самая девчонка, я дождусь, дождусь тебя. Я одному тебе тихонько прошепчу сейчас слова. Ты та самая девчонка, ты дождись, дождись меня. Одному тебе тихонько прошепчу сейчас слова. Я та самая девчонка, ты дождись, дождись меня. Одному тебе тихонько прошепчу тебе слова. Ты та самая девчонка, ты дождись, дождись меня. Шишенина Валентина Петровна и Шумайлов Иван Николаевич порадуют нас своим творчеством. Ну, кто-то свои чувства, эмоции, откровения какие-то выражает словами, кто-то песней, а вот мы стихами. Я горжусь Россией, ее мощью, силой, красотой и ширью. Рим лесов полей, и во всей вселенной, средь державных мира, сердцу нет дороже Родины моей. Я люблю Россию нежною любовью и желаю счастья россиянам всем. Пусть смеются дети, радуются люди, будет мирным небо над страной моей. И любовь отчизны сохраню я в сердце, передам потомкам на года, века. Будет пусть красивой, доброй и счастливой матушка Россия, Родина. Прочитаю, которое я посвятила Тюменской области. Тюменская область, сторонка родимая, милее и краше нигде не найти. В каких бы краях вы ни бывали, но лучше нет нашей Тюменской земли. Среди областей Тюменская первая, по праву везде идет впереди. Равнение держат на область ведущую другие регионы нашей страны. Мы любим тебя, Родина малая, желаем сердца процветать и расти, дерзать, творить, пробовать, уверенно, смело победу идти. Дорогие коллеги, я поздравляю с нашим профессиональным праздником. Пожелаю вам доброго здоровья, чтобы всегда на ваших лицах были улыбки. Доброго здоровья. С праздником, дорогие коллеги. Прошу для вас и о вас испытание. С милой улыбкой робко вошла в класс. Ты журналом, книжкой под прицелом глаз. Пустоватым сталом прозвенел звонок. Здравствуйте, сказала, начался урок, и глядят пытливо детские глаза. Милые, родные, обмануть нельзя. Вроде бы прекрасно все вначале шло, отвечали классно, на душе тепло. Замерло вдруг что-то, словно бурю ждет. Вот захрипал кто-то, зарыл колпот, озорной по новой под столом ползет. Замучал коровой, твое сердце жмет. И пришлось зверинец срочно укращать. Творчество вершины смелым покорять. С праздником, дорогие друзья! Спасибо. Я желаю всем только удачи, мира в доме, уюта, тепла и, конечно же, здоровья в предмете.
передачу. На года, на века, навсегда. С следующего номера я хочу пригласить на сцену двух замечательных девушек. Ольгу Александровну Мельникову и Ирину Борисовну Маланову. Пожалуйста. Эти слова посвящаются вам. Жена полицейского – это не статус, это не легкая очень судьба. Вам, дорогие, желаю я счастья, чтобы миссию эту несли вы сполна. Пусть хватит терпения, здоровья и силы, семейный очаг и нежность хранить. Вами я восхищаюсь, ведь это не просто служителя правды так верно любить. Встречайте песню «Прощай». Сегодня я жену и дочку, я в ними сына убили. Поступил приказ вновь ехать в точку, надо ехать, что не говори. Мужчин в погонах, все как прежде, дом, семья, отечество и честь. Я не знаю, как у зарубежных, но в наших сила духа есть. У настоящих мужиков свои законы, но сомневаться в их укладах нет причин. И если вижу я мужчин в погонах, то с вероверью я в таких мужчин. И если вижу я мужчин в погонах, то с вероверью я в таких мужчин. Но если Родина заплачет, без раздумья приму смертный бой. Сберегут, спасут и не иначе, и прикроют грудью нас с тобой. У таких мужчин все безупречно, дом, семья и за любовь так нам. И на них держаться будет вечно наша необъятная страна. У настоящих мужиков свои законы, но сомневаться в их углах нет причин. И если вижу я мужчин в погонах, то с вероверью я в таких мужчин. И если вижу я мужчин в погонах, ветра потерь, разлук, обиды, слава.
сцена, и каждый хочет проявить себя. Задору и таланту нет предела, ведь потому, что он теперь звезда. Мы, как и дети, ждем с нетерпением каникул, особенно летних. А приблизят нас к летним каникулам наш следующий дуэт. Анастасия Владимировна Ичнева и Юлия Геннадьевна Еловикова. Thank you.
словосочетание «люблю тебя» часто теряет свою силу. Как же, как дать любимому знать, что он до сих пор вам не безразличен, что он самый добрый, нежный и желанный? Выход есть. Просто подарите ему песню, которая не просто сможет передать все чувства и эмоции, но и произведет на него неизгладимое впечатление. На сцене выступает дуэт Меняева Елена и молодых Ирина. Песни «Лёд тронулся». Скажи мне, как могла тебя не полюбить и не узнать твои безумные глаза? Мне так легко против течения в море плыть, когда твоя любовь открыла паруса. Наслаждаются уже 5 лет. Ну, правда, здорово. Да. Ну, я сидела.
эти стены столько видели, столько слышали, и часть мы только сегодня это увидели, да, сколько там еще в запасе у нас всяких материалов. Дорогие мои, я вас поздравляю. Умейте радоваться дням, в слезах дождя, в раскатах солнца. Ведь день уйдет и не вернется. И повезло сегодня нам, что были в этом дне. Смеялись, плакали, любили. И даже в том, что просто жили. Я вас поздравляю, а в день рождения, а сегодня юбилейный день рождения нашей две звезды, принято дарить торчики, да? Поэтому сегодня у нас есть отличный повод. Подкова. У нас все связано с счастьем. Вы знаете, да, мы реализуем программу счастья, поэтому все тут в Подкове уже находится. Поэтому, дорогие мои, спасибо и эти аплодисменты. Вот то начало, тот фундамент, который вы заложили, работая в школе номер один, и тот фундамент, который передали вам то поколение, которые уже закладывали вообще основу образования Мухинского района, мы стараемся с честью нести. Я хочу вам сказать, что сегодня мы вам предложим небольшую мини-экскурсию на первом этаже. У нас в этом году открылся центр, он называется «Точка роста». Таких точек роста в Тюменской области открылось 28. Это вообще такой всероссийский проект. И вот в Амукинском районе было принято решение в департаменте эту точку роста организовать на базе нашей школы. Она располагается, эта точка роста, этот центр, на первом этаже, вот там, где спортивный зал. Директором этого центра, руководителем у нас назначена Светлана Владимировна Андреева. Поэтому, когда сегодня закончится эта наша торжественная часть, она вас проведет туда на экскурсию, чтобы вы знали, чем вы можете заняться в свободное время, что мы вам можем предложить, и куда вы можете прийти, ну и просто пройтись по школе, увидеть ее изменения. И еще хочу сказать, что мы очень рады вот тому, что вы находите время, желание прийти сюда и порадовать нас вот своим творчеством. Скажите, пожалуйста, тоже, уважаемые коллеги, приятно, правда? Вот такой глазок. Сидеть дома на диване мы всегда успеем, да? А вот заниматься любимым делом. Поэтому я хочу вас тоже сегодня поздравить, поблагодарить вас. И чтобы вы тоже попили чаек вот с этим тортиком и отметили наш профессиональный праздник. Спасибо вам большое. Так, сегодня Людмила Михайловна, отмерю столько, сколько надо. Его горстями раздаю, и вам насыпать счастье рады. Берите больше, про запас. Его не будет слишком много. Пусть защитит от горя вас, и солнцем светит вам дорогу. А вы поделитесь с родней. Раздайте все, до самой крошки. И обойдя весь шар земной, она вернется к вам в ладошки. Это наша жизнь. Жизнь, наполненная яркими красками, моментами, эмоциями. Именно музыка может достучаться до каждого сердца, абсолютно до каждого. Именно музыка может связать два сердца. Когда звучит музыка, то не нужно лишних слов. Ведь музыка — это прекрасно. А наши души всегда это чувствуют. И на этой прекрасной ноте мы завершаем наш фестиваль «Две звезды». Желаем нашим звездным парам творческих успехов и больших побед. Вам в подарок звучит песня «Мы желаем счастья вам!»